Такая просто реально. Так, Анжела показывает. Вот такой вот за $5. Да, $5, Анжел? $5. $5 вот такая вот красивая вот коробка. И разный попкорн. Вот это вот с сахаром сделано. Это белый, это желтый. Вот у нее там баночки стоят. Сейчас, девочки, вы так много. Очень красивые коробки, вообще обалдеть. Слушай, она не такая красивая, как вот эти вот красивые там наверху были. Ну, я думаю, знаешь, будет интересно, там все Merry Christmas на английском все-таки. Ну да, не, ну коробка, конечно, конечно, классная. Это ж вынимается, да, это, да, это. Да, да, потом оно закончится. А, свет классный. Можно ложить. Мы пасочку привезли, нашу пасочку уже разрезали. Так, вот муж Анжелы сделал такую досточку, написал Merry Christmas. Сейчас он мне поставит, давай, роспись. И это мой подарок от него на Новый год. Это сделал специально с моим папа. Видишь, написано Merry Christmas. Анжела, Анжела, скажи, чтобы он написал дату сегодняшнюю. Аберте? Да, я на кухне повешу, вот красиво. Видите, написано? Вот это вот буковка М. Ну так приятно, спасибо. Это знаешь как? Красиво горит костер, да, Светуня? Ой, какая красота, девочки, какой кайф, у кого есть свои дома с камином. И под Новый год, как оно вообще все обыгрывается, вообще как все это чувствуется. Так, показывай, что ты делаешь, Светуля? Боже, сюда сегодня в сетку влюбилась. Жан, Анжела. Стюардесса по имени Жанна. Обожаема ты и желанна, ангел мой неземной, ты повсюду со мной. Стюардесса по имени Жанна. Браво! Ой, как пахнет, это Света тоже. О, боже, опять Света. Анжела подарила тоже Свете такой же дезик освежающий. Так пахнет сейчас по квартире. Подмышки брызни. Ну, не дезик, а как он называется? Освежитель воздуха. Освежитель, ну пахнет шишками. Что ты, значит, добавила муку, яйцо. Да, тут все уже. Кофе, тут. Это будет печенье с... Ну, вдруг тебя будет спрашивать, чего ты, что ты добавила, сколько чего? Ой-ой, сапуды лава стресс. Я купила коробочку. А, ты уже купила все. Сапуды лава стресс. Что брать? Посмотри, я ей подарила. Я так и знала. Сапоны, лава, стресс. Хорошо, я нормально. Я такая прячусь, вообще такая прячусь. Ну ничего страшного. Слушай, а мне вообще такого сапоны, лава, стресс. А мне, у меня стресса нет, мне не подарили. Вау. Понимаю, у тебя ты стресса, то лава теперь, фаворы, моду. А я, Маришка, я прячусь, Марин. А мне все замечательно. Я оптимист. Правильно. Так и только так. Тут за нас. Что, опять за нас, да. Боже. За нас, любимых, за них неверных. Вот смотрим фотки Анжелкины. Анжела, сколько тебе здесь, Анжела? Это было 2 года назад. Вот это 2 года назад Анжела. И вот Анжела. Это я в Монте-Карло. Нет, что я сказала? Это я. И как красиво, когда, конечно, длинный волос. Она немножко здесь пополнее. Я хочу найти фотографию. Очень красиво вообще. Классно. Вот эта фотка классная, Анжелка. Смотри, какая натуральная. Анжела, вот это вот классная. Да? Вот это в Корее, это в Сеуле делали. Причем это компания, где работала Лена. Подожди, расскажи, где ты снималась? Ты снималась в Японии, ты работала в Японии для журнала моделью, да? Нет, в Японии я снималась. Есть один клип известной японской рок-группы. В этом клипе я снималась. Я могу потом там... Ссылку сбросишь, ага. Но понимаешь, как... Я, у меня есть фотографии с этой съемки, но именно в видеоклипе нас там видно буквально. Вот я знаю, что... Ну, понятно, да-да-да, там да. Какие-то 30 секунд, это понятно. А в Корее просто для каких-то там, знаешь, мелких журналов, для каких-то... А это в Ой, России. Слушай, ну я могу показать, я показываю эти фотографии. Нет, послушай, это в Не, я сейчас на YouTube снимаю, могу такие это фотки показывать? Это еще в Абакане, да. Можно? Нет, если можно, если нельзя, я потом урежу. Можно, да? Покажи, это я в Абакане еще, боже, там мне тут вообще 20 лет.
Слушай, такая... Такие брови, я хочу назвать свои брови. И вот еще, смотрите, фотки Анжелины, какая красивая. Вообще, фотомодель. Ну вот я в Японии... Анжелка, какая-то фотка классная вот эта вот. У нее много фотографий, я у нее много... Очень красиво. Кстати, эта девочка, этот фотограф, она приезжает в Италию. Я ее зазываю сюда, что она так ко мне соберется, я вам скажу. Мы находимся. Очень красиво. Красиво. Да, вот оно. Сейчас, подожди, я увеличу, подожди. Поставь ее. Красиво, очень красиво. Ну вот так. Красавица, Анжелочка, красавица. Так, Анжелка показывает печенье. Сделала формочками. Ну так иди показывай, я что не знаю. Жми на формочку. Пробуем. Бомба. Такое мягкое. А ты, малин, дала печенье? А, вот оно. Можно показать? Покажи. Боже, эротика. Называется «Эротика и я». Да, сейчас я... Марина, я тебе показываю, никому не знаю. Вот такую губ-компанию не приходили к нам. Вот мой муж. Это моего мужа папа. Похоже. Похоже. Очень похоже. Так, показываем елочки. Давай, печенька. Я уберу альбомы и зовем девочек. Печенька. Человечики. Свет, ты видела? Да, ой, красота. Это малым, да? А что Сонька не заберет тарелок? Дай ей пластиковую тарелку, пусть отнесет. Молодец. Анжелка, молодец. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом!